Травматологической службе Красноглинского района 50 лет. В честь праздника в 7-й городской больнице Самары прошло выездное заседание регионального отделения Всероссийской ассоциации травматологов-ортопедов. Страница истории со слов тех, кто помнит, как все начиналось, о прошлом и будущем в материале Кирилла Козина. У травматологической службы Красноглинского района двойной праздник. Во-первых, областной день травматолога, а во-вторых, юбилей – 50 лет. Как все начиналось, помнит Николай Бакулин, основатель красноглинской травматологии. Всякое начало трудно. Это был 64-й, 65-й, 66-й год. Травмоотделения не было. Больные лечились в хирургических отделениях. В общем-то, мало кто хотел с ними заниматься. Вот. А я вместо того, чтобы быть шестым хирургом, стал первым травматологом. В честь 50-летия службы в больнице прошло выездное заседание Всероссийской ассоциации травматологов-ортопедов. Участники вспоминали историю Красноглинского отделения, а также обсуждали современные способы лечения травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Здесь за эти годы сложилась некая школа. Здесь работали очень известные травматологи в нашей области. И сейчас здесь работают травматологи, которые не только лечат людей, они занимаются еще и научными исследованиями. Они участвуют в преподавании этой науки студентам нашего медицинского университета. И поэтому здесь как бы решается комплексная задача. Здесь учат, здесь лечат, здесь занимаются наукой. Сейчас травматологическая служба Красноглинского района представлена стационаром. В нем могут разместиться до 50 больных. Круглосуточно работает травмпункт. В скором времени на базе 7-й городской больницы откроется травмцентр. Это позволит поднимать на ноги самых тяжелых больных. Кирилл Козин, Вячеслав Потоцкий. Новости губернии.